Ребята, здравствуйте! Ребята, добрый день! Сегодня у нас с вами тушеная картошка с мясом. Посмотрите, вот такая вот прелесть. И я предлагаю вам сегодня эту картошечку с мясом приготовить вместе. Ну что, поехали! Приятного просмотра! Нам сегодня понадобится картофель, две моркови, один лучок вот такой и пару зубчиков чеснока. У меня совсем вот маленькие зубчики чеснока. И, конечно же, мясо. У меня сегодня свинина. И кетчуп, сахар и приправы. Итак, начинаем. Первым делом нарежем морковку. Морковочку я нарезаю вот как-то так. Хотите, можете мельче. Морковочка у меня сочная. Ух! Так. Мясо сегодня я буду обжаривать прямо в кастрюле. Так, нарезаем морковку. Затем нарезаем лучок. Лучок тоже сильно мелко не крошите. Вот как-то так пусть будет. Так, следом идет картофель. Картофель нарезаю вот такими вот кубиками. Вот примерно как-то так. Нарезали все наши овощи. Приступаем к нарезке нашего мяса. Мясо у меня вкусное, мягкое. Тушиться долго ему не надо будет. Так, что касаемо мяска. Если у вас есть в мясе вот такие вот какие-то вот сальца, я обычно вырезаю, но не все. Так как если все мы вырежем, мяско не будет таким сочным. Если есть какие-то вот такие вот жирненькие кусочки мяса, сало, которые мне не нравятся, я их вырезаю. Если я понимаю, что вот тяжело режутся, например. Ну, вот это я тоже вырежу. Так. И нарезаю вот такими вот кусочками. Отправились к плите. Я наше мясо буду жарить в кастрюле. Я знаю, что у меня кастрюля хорошая, с толстеньким дном. Наливаем подсолнечное масло вот туда, в кастрюлю. Довольно-таки много. Так, налили. Ждем, пока разогреется, и будем отправлять туда наше мясо. У нас там все разогрелось. Отправили мясо. Перемешиваем. Как видите, мясо начало выделять сок, там все жарится. Как только мясо прихватилось, вы видите, что оно поменяло цвет. Сразу же добавляем туда вот столечко чеснока. Отправили. И на этом этапе мы уже можем и поперчить, и посолить. И я еще добавлю красную паприку сладкую. Вот так. Так, вся лишняя жидкость выпарилась, мясо начало обжариваться, румяниться. В этот момент мы добавляем лук с морковкой. И обжариваем. Продолжаем обжаривать, да? Можно помешать. Вот так. Обжариваем все на быстром огне. У меня плита на девяточке. Так. Обжарили наше мяско, наши овощи. Теперь я кладу, добавляю туда примерно 4 столовки кетчупа. Если у вас есть томатная паста, даже лучше, можете добавить томатную пасту.
4-3 столовых ложки. Теперь туда я отправляю одну ложку сахара и воду. Воду я отправляю холодную, ну, с комнатной температуры, чтобы покрыло полностью все наше мясо. Так. А также туда я еще отправлю лавровый лист. 3 среднего размера листики. Можно еще добавить вегету. Я добавлю вегету. И перчик горошком. Если у вас есть, можете добавить. Теперь накрываем крышкой, тушим минут 15. Итак, ребят, потушили наше мяско самостоятельно вместе с овощами 15 минут. Ой, извиняюсь, я вас дернула. Теперь отправляем туда нашу картошку. Вот так. Отправили картошечку. Сейчас мы ее туда погрузим хорошенечко. Перемешаем ее вместе с мяском. Теперь, ребята, накрываем это все наше богатство крышкой и тушим под крышкой минут 40 до готовности картошки. Будем смотреть по состоянию мяска. Так, водичка должна слегка вскипеть, но не кипеть. Тушим это все богатство на медленном огне. Ну что? И временами, смотрите, помешивайте, чтобы ничего нигде не подгорело. Пробуйте соль, перец, как вам. Если чего-то не хватает, досаливайте. Ну что, ребятки, давайте же посмотрим, продегустируем наше блюдо. Смотрим, тут у меня и картошечка. Ой, какая нежная, и мяско. Посмотрите, какое мясо. Посмотрите, как оно... Ну, я не знаю, вы это видите? На волокна, буквально на волокна. Очень вкусная. Я, когда готовила, пробовала. Давайте сейчас еще попробую. Ой, блин, ребята! Восторг, восторг! Я не знаю, как вы готовите тушеную картошку с мясом, но я ее готовлю именно так. Если вы готовите как-то по-другому, вот попробуйте приготовить так, как это делаю я, и это просто будет обалдеть. У меня сегодня мяско тушилось сначала самостоятельно минут 15-20, но вы смотрите по готовности вашему мясу, да? То бишь, если вы видите, что изначально мясо в сыром виде, вам кажется, оно будет более жестким, без картошечки, только одно мясо с овощами, тушите подольше. Можете, допустим, полчаса потушить или 40 минут только одно мясо, и потом уже добавить картошку. Но я изначально видела, что у меня кусочек мяса был довольно-таки такой мягенький, поэтому вот я тушила его без картошки меньше времени. Так что вот так, ребята, это просто огонь! Спасибо, что сегодня посмотрели этот ролик. Я надеюсь, этот рецептик вам пригодится. Подписывайтесь на меня, кто еще не подписан. Ставьте лайки, комментируйте меня. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!